Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет симулятор открытия кейсов с реальными, ребята, вещами, да! Ну что, давайте, я думаю, начнем с коробки номер один, и вот так, ребята, по порядку будем открывать. Ну что, коробка номер один, давайте посмотрим, какие здесь вообще предметы имеются, вот такие вот. Ну и покупаем, ребята, покупаем, и здесь у нас, в принципе, крутится, и что у нас здесь? Так, ребята, какие, получается, нам предметы выпадут здесь, мы потом можем их также продать, и таким, ребята, темпом мы как бы здесь развиваемся. Коробка номер два. Уже стоит 500 рублей, но у меня денег достаточно, поэтому я думаю, давайте ее купим. Мы здесь откроем практически все ящики эти, кроме последнего. Он очень дорогой, и у меня просто денег нету на такой кейс. Ну, можно, в принципе, собрать, если приложить усилия. Коробка номер три. Давайте посмотрим, какие здесь предметы имеются. Угу, крутые. Ну, здесь я бы айфончики бы хотел бы зацепить. Вот это было бы круто, да. Либо же, ребята, GoPro. Там тоже бы очень много бы стоило. А эти, ребята, пауэрбанки, всякая херня, они мало стоят. Так, кейс с ножами, да. Если честно, ребята, здесь эти ножи стоят очень, в принципе, мало, да. И даже этот, ребята, золотой керамбит, либо же нож бабочка, они стоят здесь очень мало. Ну, потом, ребята, все увидите сами. Кейс автотоварами. Здесь один раз я, получается, выбил этот, как его? Блин, какой-то регистратор или чё? Ну, там очень при очень дорого стоил. Так, на сейчас мне просто выпал держатель, и все, блин. Кейс iPhone, да, стоит 30 тысяч, ребята, рублей. Давайте нажмем и нажимаем, ребята, купить. Но здесь самый крутой iPhone, это получается iPhone X, да? Как бы по идее, самый такой дорогой. Но сейчас нам выпадает какашка. Это iPhone 5S 16 гигабайт. Ну ладно, пойдемте, ребята, дальше. Самый крутой, ну, не самый крутой, но нормальный кейс. Это, ребята, с ноутбуками 70 тысяч рублей. Здесь я постоянно был в плюсе, да. Если я вот, например, его открывал за 70 тысяч рублей, то я всегда свои деньги, как бы, ребята, оправдывал. Вот смотрите. Ну, это потом мы увидим. Геймерский кейс. Вот, это мой, ребята, самый любимый. И думаю, ваш тоже, да? Но здесь мне что-то постоянно одни коврики выпадывают, блин. Но сейчас давайте посмотрим. Ничего себе, ребята, нормально. И вот, ребята, последний, получается, кейс, это с машинами. Он стоит аж 2 миллиона. Ну, давайте посмотрим, какие здесь автомобили имеются. Вот такие вот. Ну, что-то у меня желания нету собирать денег на него. Давайте, ребята, откроем последний, в принципе, как бы, кейс на сегодня. Это с ноутбуками за 70 тысяч, блин. И потом уже пойдем в инвентарь, это все продадим. О, крутой. Нажимаем, ребята, инвентарь, и вот сейчас перед вами все то, что мы сейчас, в принципе, открывали. Так, спиннеры, бабочка, как видите, вот нож бабочка стоит мало, 200 рублей. iPhone, так, и вот самые крутые, самые дорогие, это, ребята, ноутбуки. Вот они. И все, как видите, я немножечко в минусе или в плюсе. Но хер с ним, ребята, очень крутой симулятор, скачивайте по ссылке в описании. Это все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока.